Всем привет, я Влад, это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре вот такая вот винтовка Hatsan 85 в калибре 4,5 мм. В пластиковом, кстати говоря, исполнении. Давайте обязательно посмотрим на нее поближе и, конечно же, постреляем. Погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Эта модель турецкого производства от компании Hatsan является примером классической компоновки пружинно-поршневых винтовок. Ствол у винтовки нарезной и разгоняет пулю до высоких показателей скорости. Стреляет винтовка валанчиковыми пулями калибром 4,5 мм. И вот для того, чтобы мы с вами смогли выстрелить из того варианта винтовки, который поставляется на территорию России, назовем его разрешенным вариантом, нам нужны определенные пули. Подойдут Квинтор Торнадо 4,5 мм весом 0,23 грамма или же Диабола М4,5 мм, вес которых 0,28 грамм. Корпус сделан из металла, а ложе винтовки из ударопрочного полимера. Тыльник у винтовки резиновый. Из прицельных приспособлений у винтовки имеются стандартные. Это, конечно же, целик и мушка. И да, как и у большинства винтовок Hatsan, они оборудованы фиброоптическими нитями. Для того, чтобы вести более прицельную стрельбу, здесь есть также планка ласточкин хвост 11 мм, куда вы сможете установить дополнительные свои прицельные приспособления. Но, увы, оптика в комплекте не идет, и ее нужно будет докупать отдельно. Кстати, целик в данной модели вы сможете настроить под себя. Предохранитель в данной винтовке автоматический, но, безусловно, конечно же, вы все можете делать это и руками, но зачем, если... Для того, чтобы винтовка встала на предохранитель, вам просто нужно взять ее, взвести, то есть переломить. И все, и вот в этот момент уже встает на предохранитель винтовка. И не забудьте снять перед стрельбой. Ну, на всякий случай напомню. Длина изделия 1120 мм, из которых 450 мм это длина ствола. Калибр 4,5 мм, вес винтовки 3 кг и 300 грамм. Винтовка Hatsan 85 однозарядная, то есть для произведения каждого отдельного выстрела винтовку нужно будет постоянно взводить. После возвращения винтовки к заводским настройкам заявленная скорость вылета пули из ствола достигает 305 метров в секунду. Однако на территорию России винтовки поставляются ослабленными с разрешенной мощностью до 3 джоулей. Говоря проще, для покупки данной винтовки вам не нужны никакие разрешения и все тому подобное. Просто приходите и покупайте. Но, конечно, вам должно быть 18 лет. И вот раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. На этом моменте, друзья, обзор на эту замечательную винтовку подходит к концу. Я же хотел бы попросить, чтобы вы обязательно поставили лайк, подписались на канал, ну и написали в комментариях свое мнение о винтовке. И не только, может быть, у вас еще есть какие-то вопросы, задавайте, я с большим удовольствием на них отвечу. Я же вынужден с вами попрощаться. Всем огромное спасибо за внимание, всем пока и до новых обзоров!